хоронят-то? А у меня друзей нет, я Ну, одиночка. я не знаю, тоже с каких-то этих контор непонятных. Что-то мне торговать, вы регистрировались. Я говорю, да я знать не знаю. Я говорю, вот Анна мне звонила, а больше это. Я никого не знаю. Достали, короче. Я спал, даже поспать не дадут нормально. Такие Понятно. навязчивые, Анна. Ну, Капец. Ну что, Андрей, вы на платформу заходить не да будете? ну какая платформа? Сегодня какой день-то, Ань? Сегодня пятница, уже это, вечер. Тут какие платформы? Я тут вот уже это собирался куда-нибудь сходить, потусоваться. А ты мне платформу. Ну а что там делать-то на платформе? Я тут вон музыку включился. Что смотреть там? А? А что смотреть-то, Ань? Что смотреть? Не, не. А что ее смотреть? Блин, подожди, Ань, подожди, послушай меня. Что там ее смотреть-то? Вот я могу сейчас зайти посмотреть. 66-18. Вчера, допустим, было, может, там 65-70. Но она стоит колом. Что мне на нее смотреть? Я знаю, что это дрянь какая-то, а не нет. Что? Какой 65, Андрей? Где ты смотришь нефть, вопрос? Ну, если 62 доллара стоит. Когда? Ты прикалываешься? Вот я сейчас смотрю, она 66-18 стоит. На 21-05. Не знаю, на каком-то сайте. Цены на нефть, сырье 66-18. 21. Ты можешь пожалеть Ань, меня. ну подожди, подожди. Мне сейчас опять вот с этим паролем мудохаться. Я не хочу. Я вот уже так сейчас поел, вот расслабился. Сейчас какой-то. Сейчас какой-то. Ань, послушай. Сейчас мне какой-то петух позвонил тоже вот из какой-то компании, я не знаю. Блять, он меня заебал. Я его сразу нахуй послал. Я сижу, ем, он мне какую-то хуетень городит. Так что? Ну что, ну давай зайдем, ну давай зайдем. Ну что, опять вот это, вводить Давай пароли, зайдем. логины, да? Ты мне сейчас что, Да, скинешь? опять то самое, пожалуйста. Давай ты все правильно все ведешь. Тебе ни вирус никакой не будет, то что ты Нет, сам во мне подожди, вот не мне что сейчас делать? Все по-новому, что вчера с тобой делали? Но это тем же самым все. веришь. Подожди. Сейчас все будет, не переживай. Главное, не паникуй. Давай без А паришок, пожалуйста. ты мне это фотки-то скинешь? Топлес. Какие Ну ты фотки? мне топлес обещал скинуть, я хоть посмотрю. Ничего ты не Да обещала, Андрей. ладно, ну хорош, блин. Андрей, не путай, Ты меня пожалуйста. разводишь, зайди на сайт. Мне сейчас опять, блин, эти копировать всякие эти логины, пароли 2 часа. Ну ты мне бонусом скинь. Но я уж вижу, что ты скинул. Вход на сайт Maxi Capital. Гос. Ну и ты что, мне опять... Опять все то же самое? Ань, Ань, послушай. Ну это опять все то же самое. Чего ждать-то? Да, давай, Нефти заработаешь. давай сегодня недолго, Ань, давай сегодня недолго. Я уже что-то это настроился. Давай, я настроился куда-нибудь это уже срулить. А ты мне тут... Ну сейчас, все, я уже зашел. Сейчас, Ань, подожди, не галди. Сейчас я введу, подожди, это опять копировать, я опять на ноутбуке. Это канитель, подожди. Ну шо, подожди, копирую, шо. Я только вот электронную почту скопировал. Вставить, вставил. Сейчас, погоди, скопирую. Ну-ка, я тебя прошу, Андрей, ты же меня уважаешь, Да, давай. конечно. Слушай, Я а надеюсь, зачем опять-то вы мне с этим, этот же пароль дурацкий, да еще с кавычками? Мне да опять... нету там жопы. Мне Без опять сейчас... кавычек, Андрей, пожалуйста, и жопы там тоже нету. Введи в переводчике АС, это не жопа. Я тебе говорю, АСС с двумя С, но это практически жопа, но это пол жопы. Но это пол жопы, какая разница? Короче, я ввел, сейчас нажимаю вход. Не дай бог. Ань, я тебя, конечно, уважаю, но то же самое.
То же самое. Да что такое? Ты точно все правильно вводишь? Прям все копируешь. Блин, ну я что, совсем что дурил картонный? Тихо, Андрей, не Ой, смешите, ну ты меня пожалуйста, не смешите. замучил. Ты мне знаешь, что за это должна уже? Я вчера столько мудохался, ты меня опять сейчас вот по новому заставляешь. Ну Да я что, не заставляю тебя тебе мудохаться. снимок экрана опять сделать и отправить? Ну все то же, вот все, что вчера отправлял, вот все то же самое. Это раз. Хорошо, давай, последний раз вообще. Последний раз я тебя отдам. Последний раз. Не буду. Ай, блядь. Ой, блядь. Тебе деньги платят за то, чтобы я на сайт, что ли, зашел? Ты прям меня так умоляешь. Покажу, ты мне скинь фотки, покажи что-нибудь интересное, мне прям на сайт интересно заходить. Ну, конечно. Да я сейчас буду, блин, это, изгаляться, чтобы ты мне фотки скинула. Это, блин. Ну, ты Заходи туда хочешь, тогда. блин. Да ты сейчас там скинешь не свои каких-нибудь этих. Найдешь там в... Давай, возьми. Ну что, вводи. Ну я сейчас введу, что дальше-то будем делать? Зайдешь на сайт, я тебе покажу. Ну ты мне не покажешь, потому что то же самое. Ань, то же самое. Опять то же самое. Опять. Ну вот у вас какой-то сайт этот вообще глюченный. И такого не бывает. Вот, ну сколько я знаю, ну не бывает такого. Я должен сам регистрироваться, сам все вводить, сам все тут это. А вы тут что-то за меня уже. Какие-то пароли, логины, ничего у вас тут не работает. Короче, что будем делать-то? Он копирует. Я не знаю, он вообще без понятия. Андрей, подожди, а ты что без электронной почты пароль пробел не ставишь? Не понял. Потому что я сейчас смотрю на скриншот, который ты мне еще вчера кидал, и там перед твоей почтой как будто бы пробел стоит. Давай я тебе сейчас еще сделаю скриншот последний. Посмотри еще раз. Все то же самое. Сделать? Сейчас сделаю. Ну, это, блин, не смешно, правда. Конетелится вот с этой канителью. Сейчас я тебе Андрей, сделаю. мне кажется, что ты меня обманываешь. Ты почту, по-моему, неправильно копируешь. Я смотрю, здесь как будто бы пробел у тебя стоит. Блин, Но это это моя вроде почта. почта Я что, просто. не знаю свою почту, что ли? Что ты прям это... Я понимаю, что это твоя почта. Копируй почту именно ту, которую я тебе отправляю, которую я тебе на снимку. Только без пробела. Ты с пробелом копируешь. Сейчас Подожди, иди, здесь будет твоя почта. подожди, я тебе сейчас скину. Я тебе сейчас скину, подожди. Блин, я так что-то расслабился, песенки тут слушал. То один позвонит, Ну не теперь... надо расслабляться. Ну как не надо-то? Как не надо? Сейчас, погоди, куда... Руки надо держать напряженно. Подожди, что-то я тут запутался уже с этой почты. Так, мне надо тебе что ли скинуть? Андрей, я смотрю, ты почту именно прокопируешь с пробелом. Я тебе Просто сейчас скину, перечитываю. посмотри. Да нет там никакого пробела. Не, тихо. Все, Нету, Андрей, давай. нету. Давай спокойно. Подожди. Смотри, когда ты копируешь ваш логин, ты захватываешь еще после этих двух точечек вертикальных, еще пробел Да захватываешь. какой пробел-то все я Или как... смотри, или введи именно свою почту вручную, если ты ее наизусть помнишь. Да, я ее помню, но это долго очень. Просто мне такое чувство, что реально ты там пробел ставил, ну просто Да ничего я не вот. ставил, пробел я ставил. Какой пробел-то? Смотри, давай, копируй опять ту почту, которую и пароль, то, что я тебе говорила, и перед буковкой А поставь, ну, господи, курсор и просто А, смотри. подожди, а зачем вот эта вся канитель на сайт-то заходить? Я могу это, как ее, без реги, Что? мне что, обязательно регистрироваться, чтобы ты мне там что-то показал? Я и могу без реги. Так вот, у тебя уже есть. Ну ты мне что-то там показать Просто я хочешь. тебе Я не могу скинула. туда зайти без этой регистрации-то? Не-а. Не-а. Блин, я даже не знаю, ты мне должна будешь. За мои эти, как это называется, Страдания. страдания, да.
Да я что-то прикимарил, тут музыку включил послушать. Блин, то один какой-то петушар. Давай, ладно, я сейчас введу почту от руки, если ты хочешь. Подожди. Ну давай, Так, давай. сейчас раскладку английскую сделаю. Сейчас музыку включу, а то я музыку слушал, ты мне это... Да не надо. Ну я... Я меня слушаю. Меня слушаю. Ты что, меня не приятно слушать? Ну расскажи тогда что-нибудь веселенькое мне. Что тебе, я не знаю, ты ну, говоришь меня. А что вы вообще в пятницу уже домой надо ехать? Вы сидите там в офисе, Андрей. Да еще сейчас немного посидим. Потом корпоратив. Да? И что вы там будете делать? Вино жрать? Пообщаться. Че? Пообщаетесь? А вы на работе да. Что, никак не наобщаетесь? Вы еще на корпоративчике общаетесь? Ну да. Да ладно. А с кем общаетесь? С коллегами? Ну, мне да. Кажется, уже столько времени с коллегами в одном месте, меня бы уж, наверное, стошнило. Так, погоди. Еще на корпоративчике. А вы там перепихиваетесь между собой-то? Или только нет, общаетесь? Нет, время-таки не занимаюсь. Перепихончиками не занимаетесь? Таким. А легкий миньетик тоже нет? Нет. Блин, а что этот корпоратив, что ли? Так какая-то. Детский сад. Так. Ну что, почту сейчас, подожди, еще раз скопирую. Короче, не весел у вас. Вы даже винище там не это. Не принимаете. Ань. Смотри. Куда смотреть-то? Что? Дай вставить, подожди. Ладно, поехали. Бля, то же самое. Блин, Ань, ну правда не смешно уже. Ну третий раз. Ну, я тебе говорю, почту... Да ну что, Андрей, ну ты что-то не так делаешь. У нас... Ну приезжай ко мне домой. Приезжай ко мне домой. Ты мне покажешь, что правильно, что неправильно. И пароль какой-то. Ах, ас. Ой, блядь. Мне что-то сегодня, честно, не хочется вот это мучиться так долго, как вчера. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну подожди, вот уж вел, думаю, сейчас последний раз. Не, ну бесполезно, я не знаю, что с ним делать, Ань, не знаю, честно. Ничего не вводится. Вот ты там своим этим, как его... Есть у вас там компьютерщик, кто у вас там софтами-то занимается? Вот ты там скажи, что ничего у вас не работает. Пусть это, сайт почти. Все прекрасно работает. До этого заходили, все прекрасно было. А ну, тут не работает. Ну, я не знаю. Ну, я вчера сколько мудохался, и сейчас вот уже 3 раза. 2 раза так, а 1 раз от руки. И что дальше? И никаких этих. То же самое все пишет. Ну мне что, целый день сидеть, чтобы ты мне там что-то показала? Фотки не скидываешь, я даже почему не... Почему целый день? Ну уже да сидит. Ну минут 15 уже ты, с тобой сиди. Ты меня не уважаешь, ты на сайте... Ну как не уважаешь? Я тебе все правильно скидывала. Всегда клиенты все прекрасно было заходили, но ты не можешь. Ну я не могу, честно, не могу. Ну а так-то зайти что, нельзя посмотреть? Что говоришь? Нет. Нельзя, да? Обидно. Ну, не судьба, значит, что я могу сделать-то? Ну, иди отдыхай. Ну, давай, звони, если что. Пока.